колейность выраженная, да, согласен. Колейность в асфальтовом покрытии в зимний период ее не устранить. Для этого в ноябре, если мне память не изменяет, были установлены дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и обозначающие неровности дороги. В соответствии с правилами дорожного движения надо это учитывать и двигаться с установленной скоростью. При проезде на скорости 20 км в час в машину не выбрасывать. При осуществлении регулярной подсыпки, тем более. То есть нужно соблюдать скоростной режим.